Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Продолжаю рассказ о нашей даче, о рокерской. Тут растут кадры для нового хард-рока. И вот когда они были совсем маленькими, участники группы, мы для них сделали вот такой домик, потому что, вы знаете, в детстве хочется сказки, каких-то приключений Тома Сойера, где-то запрятаться. И вот мы им сделали такой на дереве, такой домик, где они прятались и обсуждали, как вырваться на вершины рок-олимпа. Рядом была качелька, где они отдыхали от сочинения рок-шедевров и обсуждение перспектив русской рок-музыки. А теперь я пойду и покажу вам другое место подготовки будущих рок-музыкантов. А вот здесь основная база подготовки юных рокеров, которые тут крепнут, мужают и набираются сил. То есть база подготовки олимпийского резерва рокерского. Разные качели, каталки, гусеницы, в которых можно тренировать выносливость и скорость прохождения по пересеченной местности. Различные качели, в которых может даже взрослый рокер покачаться, выдерживает. Heavy Metal Pop Сосансончики, держитесь там и не забывайте! Не забывайте, что рок-музыка – это в первую очередь вокальная ритмика, синкопированная. Нельзя скрежетать на гитарах, а петь, как пионеры-ленинцы. Я вас научу петь по-рокерски. Тут растет подрастающее поколение новой волны рокеров. Русский рок будет лучшим на планете. Rock'n'roll forever! У рокера, у любого, должны быть очень крепкие руки, чтобы держать гриф гитары мощно, чтобы он не выскальзывал, чтобы звукоизвлечение было великолепным. Понимаете? И для этого вот мы сделали вот такую специальную карусель, которая, если вы помните свое детство, очень удобно играть в догонялки. Когда один бегает, а четверо крутят, не дают ему догнать за 15. А? Вот тут-то будущие участники группа Волощука СД и тренируют свои руки. Ну, тренировали, по крайней мере. Поэтому, мужики, вот так. А вы говорите, что мы плохо играем. Звукоизвлечение-то прекрасное. Инструкция. Для развития разносторонних навыков и способностей будущих рокеров. Тут можно и лазить, и кататься, и кружиться, и спускаться по вот этой трубе. Тренироваться, в общем, к будущим рок-баталиям. А вот тут мы для юных рокеров поставили батут. Это специально, чтобы тренировать вестибулярный аппарат, потому что на рок-концертах надо же толпу зажигать. Надо же так вот уметь вот так волосенками трясти, вот так вот выстроиться, вот так вот волосенками раз, 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 раз. Или как Линдеман со своей группой, вот так, раз. То есть разнообразный подход к вот этому делу. Поэтому это надо тренировать, чтобы потом на сцене крепко стоять на ногах. Мужики, если у кого нет дома батута, а дети есть, обязательно заведите, чтобы будущие рокеры знали и умели твердо стоять на сцене на ногах. Rock'n'roll forever! А когда подрастающее рокерское поколение чуть-чуть окрепло, подросло, то для них было сделано вот это вот приспособление, чтобы уже выходить чемпионы рок-н-ролла. И вот тут-то сейчас заниматься будет барабанщик группы Волощука СД Константин Волощук. Прошу! Так что сила есть, чтобы стучать мощно и держать ритм железно. Никто теперь не сомневается. Heavy Metal Pop Сансончики, как вы там? Не сомневайтесь теперь? Вот они, лучшие кадры русской рок-музыки. А
А вот это, после того, как потренировал вестибулярный аппарат, надо потренироваться проходить по узкому пространству, по мостику. Поэтому для детей специально сделали такой мост. Перебросили его через глубочайший водоем. Вот. Поэтому они здесь проходят, идут на спортивную площадку повышать свои навыки рок-н-ролльной игры в баскетбол. Пришли к спортплощадке. Сначала проходим через фан-зону, через зрительскую. Вот здесь зрительская фан-зона. А рокер должен научиться проходить сквозь зрителей. Потому что к сцене надо будет пробраться. Когда будет толпа восхищенных поклонников, надо как-то до сцены добираться. Вот поэтому сделали такой предбанник в виде фан-зоны. Ну а это наша местная спортивная площадка. Здесь идет подготовка сноровки, ловкости и меткости, самое главное. Потому что когда ты играешь в скоростные партии, ты должен метко попадать по струнам, по ладам. Это очень важно. Поэтому самая любимая у нас игра — это игра в козла. Иди, сынок, иди покажем людям, как тренировать навыки скоростной игры. Технику не пропьешь, мужики, это точно вам говорю. Старый конь борозды не испортит. Давай, сынок, учись, пока я живу. Смотри, что творит. Папка гоняет. Обижают, мужики. А вы говорите, что я ничего не умею. Попадаю. Иногда. Русский рок жил, жив и будет жить, мужики. Прекрасная была у нас в Союзе система подготовки мастеров. Система подготовки чемпионов, система подготовки тренеров. От детских школ спортивных, повсеместных, от сборов и спортивных лагерей до залов Олимпийского резерва, а также состязаний всех мастей. И я, учитывая опыт свой спортивный, такую же систему воссоздал. По подготовке рокеров приличных для группы Волощук СД в ее состав. Сначала хижину на дереве построил. У Тома Сойера такой же был шалаш. Чтобы осваивали там азы хард-рока в одноименной песне группы Rush. Затем поставил двойку каруселей, чтобы укрепляли пальцы на руках. Чтобы всю жизнь припев Mercury Freddy We Are The Champions звучал в их головах. Турник поставил будущим рок-звездам, чтобы уверенно к победе он их вел. Но чтоб хард-рок не забывали, просто включаю AC/DC им. Playball. Для укрепления вестибуляра я приобрел для рокеров батут. И под White Stripes их Seven Nation Army. Как классный рок звучит, они поймут. Для выработки собственного флоу и постановки звуков точно в такт им песню «Баскетбол» Картиса Блоу включаю. Он хоть и рэпер, но большой талант. Такие вот спортивные занятия под песни, ускоряющие рост. Советую и вам перенимать я систему обучения рок-звезд.